Дорогие красноярцы, как красиво звучит, красный я, красноярцы. Хочу напомнить вам, что руководители вашего края, вашего города, организаторы фестиваля «Герой» совершили совершенно героические усилия, и фестиваль состоится. Причем состоится в таком масштабе, в таком объеме, который будет завидовать большое количество фестивалей. Фестиваль получил заявки, 1760 заявок, представьте себе, 1760 заявок на участие. Из них было отобрано 112 картин, которые войдут в конкурс и в неконкурсную программу. Поэтому я призываю вас, приходите в кинотеатры, смотрите, у вас действительно уникальная возможность посмотреть новое, свежее кино. Больше вы его нигде и никогда не увидите. Мало того, что вы посмотрите кино, у вас есть возможность обсудить это потом с авторами фильмов, с режиссерами, актерами, операторами. Потому что для них это крайне необходимо, иметь ваше реальное мнение. Поэтому до встречи в кинотеатрах. Всего вам хорошего. Не ленитесь. Бегом за собственным счастьем. Счастье увидеть кино, которое вам даруют ваши земляки. Спасибо.